Настроение у нас предновогоднее. Коробочку мы тоже здесь украсили в мишуру. Будем сейчас бросать кубики, чтобы узнать, какие же планы у нас как раз на эти предпраздничные недели выпадут. От себя хотелось бы, конечно, чтобы в игровой проект попали салфетки. Вместо салфеток я бы вязала снежинки на подарки. Из вышивальных проектов мне бы хотелось, чтобы выпала Асизи. Она, мне кажется, чем-то связана с Новым годом. А также носочки, потому что они тоже идут в подарок, и их тоже нужно вязать. Зайчика можно было бы повязать. Все-таки у нас год зайца наступает. Ну и что еще? Ну вот, наверное, самое главное, чего хотелось бы. Кубики меня услышали, и надеюсь, они учтут мои пожелания. Ну что ж, правила все те же. Коллаж не поменялся. Начинаем бросать. Красный кубик у нас отвечает за номер процесса, синий за количество заданий. 3, 40. Салфетки. 11, 40. Носочки. 11, 80. Много носочков. 8, 50. 4, 30. 1, 10. Вот такие у нас планы на предстоящую неделю. Сейчас я их быстренько запишу себе в блокнотик и уже в следующем подключении расскажу, какие планы нас ждут. Пробежимся быстренько по планам на 9-ю неделю. На этот раз кубики нам выдали следующие задания. 40 рядов на салфетках, 120 рядов на носочках, 30 рядов на хейварде и 10 рядов на жилете. Из вышивальных процессов у нас 500 крестиков на рапсе. Сделала я записи в блокнот. На этой неделе у нас получается 40 рядов на салфетках, но это будут не салфетки, а снежинки, я уже об этом говорила. Далее 120 рядов носки. 11-й процесс – это носочки. Из вышивальных процессов – это у нас немецкий рапс. Он, кстати, ни разу еще не выпадал в этом игровом проекте. 30 рядов на шарфике, но здесь у нас открытый вопрос. Так как вы уже знаете, шарфик связан, нужно будет чем-то заменить этот процесс. И 10 рядов на жилете. Вот этот я процесс тоже ждала. У меня уже на него все готово, распечатан мастер-класс. Подобрана ниточка, будем начинать вязать жилет. Thank you.
куча. Это я пытаюсь выполнить задание по носочкам. Да, наступила фаза смирения, и я перестала жаловаться на эту пряжу. Решила ее просто молча извязать в носочке. И все. Сделать себе отметочку на память, что такую пряжу я больше не буду использовать. Вот у меня один носочек, вот у меня уже второй носочек. Этот носочек уже почти на стадии завершения. То есть я уже дошла до мысочка, здесь немножко петли у меня слетели, и начала закрывать. Это мужские носки, толстые, пяточка укрепленная носочной добавкой. Осталось мне где-то полчасика, чтобы довязать носочки. Задание будет выполнено, и носочки будут вывязаны. Покажу вам быстренько готовые носочки. Вот такие они получились. Размер большой, 42. И эти носочки я сейчас собираюсь упаковать и подарить. Вот таким образом я их собираюсь слаживать. Вот так. Ну, это я, конечно, выпрямлю, потому что мне одной рукой неудобно. Выпрямлю и вот этот вот квадратик обвяжу фиолетовой ленточкой атласной. Все. Я приступаю к заданию, в котором у нас выпал четвертый процесс. Это шарфик, но так как шарфик уже связан, я должна буду заменить этот процесс. Процесс будет заменен на очередной хейвард. На этот раз я хочу связать хейвард для мамы. Вот из такой классной пряжи. Пряжу выбирала мама. Начинаться будет хейвард от горловины, и будет он начинаться вот этого белого цвета, затем переходить в розовый, дальше в красный и закончиться бордовым. Мастер-класс, по которому я вяжу данный хейвард, он состоит из трех частей. Вот то, что у меня сейчас вывязано, это первая часть и, можно сказать, начало второй части мастер-класса. Здесь наблюдается небольшая рядность. А я бы даже сказала, большая рядность, из-за того, что здесь были поворотные ряды. Вот почему-то, когда я вижу поворотные ряды, у меня всегда это видно на лицевой глади. Вот на протяжении всей спинки, где вывязывался росток поворотными рядами. И тут у меня везде вот эта вот рядность идет. Причем рядность такая красивая, как будто бы так и задумана, вот прям четко. Через ряд. В общем, задание у меня было 30 рядов отвязать на хейварде. Ну, то есть это я уже решила, что вместо шарфика дальше будет следующее изделие. Это хейвард, следующий участник данного игрового проекта. Вот, 30 рядов у меня было задание, и я его почти выполнила. Вот сейчас последний кружочек пройдусь.
до вот этой отметочки, до вот этого регланчика. И все, задание выполнено. Снег, это у тебя любимая поза, да, вот так лежать? Ты такой прям король. Разлегся, лапки сложил и дремет. Сейчас я, конечно, никакого задания выполнять не буду, потому что я не успею, уже пора отправляться спать. Но давайте посмотрим на список. Первое в списке у нас идет 40 рядов салфетки. Я связала всего лишь один ряд. То есть я связала одну единственную снежинку для того, чтобы попробовать ее обработать в ПВА и заблокировать, и посмотреть, насколько она будет твердой. Салфетка действительно получилась классной такой твердой. Ее можно и на елочку повесить, и просто как-то декорировать в квартире. Но она у меня всего лишь одна связана. Попозже я буду еще вязать, но не знаю, на этой неделе я... Не знаю, правда, на этой неделе или на другой. Следующий у нас записано носки 120 рядов. Это задание выполнено, даже перевыполнено, носочки готовы и даже уже отправлены получателю. Дальше. У нас идет 500 крестиков на рапсе. Очень-очень хотелось бы вот это задание выполнить. Хотя бы какую-то долю этого задания выполнить успеть, потому что рапс ни разу еще не участвовал в нашем игровом проекте, поэтому надо. 30 рядов шарф. Вместо шарфа у нас Хейвард. 30 рядов полностью выполнено. Следующее задание 10 рядов жилет. Вот как раз этим я и хочу заняться сразу же завтра, как только у меня появится свободное время. Буду использовать вот такую пряжу. Наверное, этот крючок, может быть, поменьше. В общем, сначала попробуем, какой крючок лучше подойдет, и приступим выполнять это задание. Вот так выглядит 10 отвязанных рядов на жилете. И, по-моему, даже не 10, а 11. Вот этот 11 ряд. И я сейчас это буду откладывать, чтобы заняться следующим заданием. Смотрите, какое получается полотно. Это Alize Lana Gold Fine. Ниточка, которая точно таким же составом, как просто Alize Lana Gold, только она тоньше в два раза. Я, конечно, думала, что полотно будет еще тоньше, но нет, оно толстенькое все равно. Жилеточка получится теплая. Не совсем то, конечно, что мне хотелось, но теплый. Теплого жилета у меня тоже нет. И я думаю, он не будет лишним, тем более такого классного джинсового цвета. Вяжу такую жилеточку уже не первый раз, но так как первую я все-таки вязала год назад, я много что позабывала. Поэтому видео, приложенное к мастер-классу, я все же все пересмотрела. Рассказываю о своем задании. Я вязала снежинки. Сейчас будем вспоминать, сколько же я их всего связала. Так, как же мне посчитать, сколько же у меня в итоге вышло рядов? Две я связала снежинки, которые состоят из одного ряда, то есть, значит, два ряда. Вот эти снежинки состоят из 5 рядов. Таких снежинок я связала 3, то есть 15. 16, 17, вот здесь 3 ряда, 18, 19, 20, это у нас 4 ряда, это 3 ряда. Значит, в итоге у меня получается 27 рядов. 27 рядов и 9 снежинок. Давайте будем считать, что это задание тоже выполнено. Я приготовила все необходимое для того, чтобы можно было начать выполнять задание на немецком рапсе. Это набор для вышивания от Риолис. Вот так будет выглядеть немецкий рапс после того, как я его отошью. И вот так он выглядит на данный момент. Задание у меня 500 крестиков отшить. Ну, это примерно будет где-то вот такой вот участок. И не маленький, ну и, наверное, не слишком большой. Но продвижение будет заметно. Задание отшить 500 крестиков на немецком рапсе у меня не получилось. День был очень насыщенным, поэтому уделила я этой работе где-то примерно полтора часика, но за полтора часа со своей скоростью вышивания, конечно же, больше, чем около 200 крестиков я отшить не смогла. Но я
должна оставить эту работу, отложить ее до следующего раза, для того, чтобы завершить эту недельку, смонтировать все кусочки и выложить на канал.